Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. Так как сейчас начался сентябрь, началась учеба у многих детей, у многих студентов во всем мире, я бы хотела бы вам рассказать 15 правил мотивации для студентов Гарварда. Если вам интересно услышать эти мотивационные фразы, то оставайтесь на моем канале до конца. Первое. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты выбираешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь. Второе. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле все еще рано. Третье. Мука учения всего лишь временная, мука незнания вечная. Четвертое. Учеба – это не время, учеба – это усилие. Пятое. Жизнь – это не только учеба, но если ты не можешь перейти даже через эту ее часть, то на что ты вообще способен? Шестое. Напряжение и усилия могут быть удовольствием. Седьмое. Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-настоящему сможет насладиться своим успехом. Восьмое. Во всем преуспеть дано не каждому, но успех приходит только самосовершенствованием и решительностью. Девятая фраза. Время летит. Десятое. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами. Одиннадцатое. Люди, которые вкладывают что-то в будущее, реалисты. Двенадцатое. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования. Тринадцатое. Сегодня никогда не повторится. Четырнадцатое. Даже сейчас твои враги жадно листают книги. Пятнадцатое. Не попотеешь, не заработаешь. Я думаю, что это настолько сильные фразы, которые способны поднять с дивана даже самого ленивого человека. Я считаю, что каждая фраза, которая была сказана, на 100% это все правдиво. Особенно вот эта вот фраза, которая «время летит», это просто, наверное, самая сильная фраза. Кажется, то, что все мы ее знаем, но насколько же все-таки время быстро летит. Так как у меня день рождения 1 сентября, и мне исполнилось в этом году 30 лет, и я могу вам с точностью сказать, что время просто безумно летит. Мне кажется, только вчера я поступила в свой колледж, и только вчера я закончила его, и были какие-то конкурсы, были какие-то мои личные успехи, были какие-то коллекции. А сейчас мне 30 лет, и у меня семья, и я занимаюсь своим бытом, и я понимаю, насколько быстро летит время. Если вы сейчас только учитесь, то я вам могу пожелать только одно – грызите гранит науки. Вникайте абсолютно в каждое слово ваших учителей, стремитесь к большим знаниям. Никогда не бойтесь сделать шаг на то, чтобы спросить у своего учителя, если вы что-то не понимаете. Никогда не стесняйтесь спросить что-то, чего вы не знаете. Стесняйтесь в будущем чего-то не знать. Я хотела вас спросить, а есть ли у вас такая фраза, которую вы придерживаетесь на протяжении всей жизни? Если она у вас есть, то обязательно напишите мне в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, поддерживайте мое видео лайком. Всем вам хорошего дня и всем пока-пока!